Опа, повернулись. Так, их все меньше, меньше, меньше. Отворачиваемся. Эй, на связи Виталий Старк. Давайте наберем 200 лайков, чтобы вышла новая серия. А сегодня у нас игра в кальмара. Это крутая серия, которая захочется еще раз появиться на канал Ютуба. И давайте посмотрим топовые комментарии с предыдущего ролика. Вот чтобы попасть сюда, как и эти ребятки, вам нужно всего лишь поставить лайк и написать эксклюзивный комментарий. Ну что, а мы переходим к крутому ролику. Погнали, парни. Игра в кальмара сейчас начнется. Все стоят на своих местах. Тише едешь, дальше будешь. Наши люди должны будут дойти сюда. Все, начали. Сейчас будем смотреть. Сейчас он все пишет. Итак, отвернулся, можно идти. Виталий отвернулся, можно идти. Ой. Опа! Как это интересно! Блин, круто. Опа, отвернулся. Опа! Блин. Обалдеть, это реально страшно, ребята. Так, отворачиваемся. Опа, повернулись. Так, их все меньше, меньше, меньше. Отворачиваемся. Первый пробежал. Успел. Первый прошел. Ой, как больно. Вот такие люди бывают, которые сбегают. И... Бывают такие люди. Опа! Фасин. Обалденно, ребята. Я думаю, вам будут заходить такие ролики. Отворачиваемся. Бегут. Опа! Успел. Отворачиваемся. Живы. Там еще военные, смотрите. Там еще военный вдали. А что там военный делает? Виталий. А, он живой. Но уже мертвый сейчас будет. Всех обманул. Ну нет, так нечестно. Так. Осталось вас сколько? Строимся. Сейчас, дело продолжается. Это первая часть, ребят, не судите строго. Мы только будем эту игру на сервере возобновлять. Делаем строй. Строимся. Так, смотрим победителей. А, нифига нас много. Раз, два, три. Четыре человека. Еще, все. Три человека. Трое в живых остались. Обалдеть. Трое. Итак, еще раз дорожка. И если выигрывает двое, то играем вырезать печеньку. Через трай. Будет очень интересно, вот очень будет. Готовы? Все, да, отлично. Давайте еще раз сейчас начнем. Я встаю в конец. Сейчас будет интереснее. Их осталось очень мало. Вроде самые адекватные, которые справились. Так, начинаем. Сейчас моя охрана встанет. Начали. Также начали. Просто начали. Сейчас они побегут сдали, и я уже буду переворачиваться. На самом деле, эта игра будет очень интересна. Мы будем снимать много серий по этому поводу. И так, 3, 2, 1, старт. Ах, как они успели. Разворачиваемся. Блин, они все живы. 3, 2, 1. Ну, он дернулся. Не повезло. 3, 2. Блин, выжили? Обалдеть. Как так? Блин, да... Все, повезло. Повезло. Игра... печеньку за мной. Все, ребят, сейчас будет игра в печеньку через трай, и у нас определится, как бы, грубо говоря, первый победитель. Лев, твоя задача вырезать треугольник или умрешь.
Начинай. Через трай, да. Да, через трай, через трай. Да. Да ёберный городовой, когда спешишь, все заедает, точнее. Да, все. Давай, Лев. Вырезал треугольник. Поздравляю. А кто у нас еще остался? Вася. Вася. Твоя задача вырезать зонтик. Так, зонтик. Твоя задача вырезать зонтик. Это самое трудное. Зонтик. Охрана уже готовится. Просто охрана моя стоит. И, в принципе, это круто. Сейчас посмотрим, вырежет ли Вася зонтик или помрет. Удачно! Обалдеть! Я в шоке! Блин, как так? Обалдеть. Так, тогда поиграем в дуэль. Так как вы остались одни. Товарищи охрана, выдайте им пистолеты. Меня слепнул подписчик. Алибек, прям на видос. Так, Лев и Вася, вставайте друг напротив друга. Блин, ну мне на самом деле нравится. Это чисто такие серии про выживание. Я буду их чаще снимать. Я думаю, вам тоже будет очень нравиться. И на самом деле, ну блин, это реально круто. Это просто что-то с чем-то. И один из вас умрет, но другой заберет приз и станет чуточку богаче. Погнали. Все, началась заруба. И смотрим, кто же будет победителем. Лев или Вася? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. И у нас Вася погиб. Лев у нас остается победителем. Давайте ему пожмем руку. Хай 136. Лев, поздравляем тебя. Сегодня ты справился и выиграл игру кальмара. Вы прошли игру кальмара. Мои поздравления и от всех подписчиков. Давайте выдадим ему приз 136-му, закончим мероприятие, 50 тысяч, я думаю, 136, 50 тысяч. Бам, игра кальмара закончена, и приз получил Лев Стронг. Обалдеть. Круто получилось для первой серии. Спасибо, парни. Так, ладно, ребят, я думаю, первая часть у нас прошла очень интересно и увлекательно. Правда, о, Кью Джосеп, Кью Амирчик. Га, привет. ЗГА, привет. Я понял, Мика Смит 0. Жиза, жиза. Ребят, на этом мы заканчиваем. Если мы на этой серии набираем быстренько 200 лайков, то сразу же выйдет новая серия. Всем удачи, всем пока.